Применим теорему о взаимно-перпендикулярных осях для вычисления момента инерции диска относительно оси, перпендикулярной его геометрической оси, лежащей в плоскости этого диска, например, оси x. Момент инерции относительно оси z будет равен сумме моментов инерции и x, и y. Момент инерции относительно оси z мы уже вычисляли, он нам известен, 1 вторая r квадрат. Таким образом, момент инерции относительно оси x, который равен моменту инерции относительно оси y в силу симметрии, будет равен 1 четвертой mr квадрат. Это, конечно, выполняется при условии, если толщина диска много меньше, чем его радиус.